Сегодня у нас на обзоре вот такая вот классная гитара акулеле. Это не игрушечная. И дальше я вам расскажу, что она умеет. Еще раз назову название данной гитарки. Укулеле. Это разновидность гитары. И в переводе означает «скачущая блоха». Покупалась она на сайте AliExpress, и цена в зависимости от комплектации от $22.49 до $25.19. В комплекте вы можете получить то же самое, что и мы. Мы брали полный комплект, а точнее не мы, а наш племянник Валера. Валера, тебе большое спасибо за то, что дал на обзор эту малышку. И хотя полностью я вообще не умею играть на гитаре, пока. Пока. Но мы с Валюшей мечтаем научиться этому. Мы вам расскажем все, что мы знаем об этой гитаре и то, что нам удалось узнать. И, конечно же, покажем, как играют на ней профи. Читая отзывы под этим заказом, кстати, ссылка, где покупали, есть в описании под видео, можно увидеть, что люди очень довольны. Укулеле очень классное, звук отличный, комплект пришел полный. За такие деньги просто находка, всем советую. Еще один отзыв, который, возможно, поможет и вам. Пришла быстро, недели за две, упакована хорошо, повреждений не было. Единственный минус, тюнер для гитары, он для шестиструнной, а не для акулеле. Но можно скачать приложение на телефон, так что с этим проблем нет. Ссылку на такое приложение я оставлю в описании под видео, и вам это поможет настроить звучание. И еще один отзыв. Звучит круто. Я впервые в жизни играю. Проблем не возникает. Медиаторы хорошие по качеству, и тюнеру надо сразу брать батарею круглую большую. Хотя я настроил по онлайн-тюнеру. Чехол брезентовый. Сейчас мы его рассмотрим. Сама акулеле качественная. Собрана хорошо. Ящерки выгравированы отлично, в общем, заказом доволен, рад был купить укулеле. Буду учиться играть, если вы новичок, берите, не пожалеете. Всем она приходит запакована в картонной упаковке, без повреждений. И в комплекте мы получаем, как уже было сказано, вот такой вот тюнер. Еще одно приспособление для того, чтобы можно было здесь пережимать струны. Гитара, вот в таком вот чехле. Для переноса очень удобно, и можно, собрав ее, и застегнуть. Носить ее вот так вот за ручку, а также можно носить на плече. Очень компактно, удобно, да и сама гитарка, ну, самая что ни на есть, малышка маленькая. Гитара выполнена качественно, хотя первоначально на Гавайских островах, из того, что я смог прочитать, ее делали из акации, которая растет на острове. Но это у нас явно не акация, это у нас фанера, но выполнена очень качественно. Швы не ощущаются, только визуально заметны, но и особо это никак не портит. Струны здесь. Ящерицы здесь действительно, это гравировка, ощущается. Вообще смотрится все очень красиво. Каждый лад у нас разделен алюминиевой вставкой. Очень ощущается, вот если прижать. И здесь... тоже все качественно. Это, наверное, название бренда, который изготавливает данные гитары. Ее вообще неудобно держать в руках по соотношению большой гитары. Нужно приловчиться. Но это вполне естественно, ведь когда я учился играть на губной гармошке, то мне тоже было поначалу непривычно во рту держать кусочек железяки. Но это инструмент, привыкаешь и учишься играть. Вес гитары 368 грамм. Она очень легкая, пушинка. И хотя в отзывах писали, что тюнер, который прислали молодому человеку, он подходит для шестиструнной гитары, но на этом тюнере написано, что он подходит для укулеле. Вот здесь об этом говорится. Так как разновидность разных укулель, здесь и написано укулеле C, укулеле D. В комплекте идет еще медиатор. Вот он, Gold Gorium. С таким медиатором уже повеселей. Ну и, собственно, сам тюнер. Название тюнера. Есть дисплей электронный, который будет считывать звук. И нужна батарейка. Батарейка у нас отдельно есть. В комплекте ее, к сожалению, нет. CR2032. Я никогда не настраивал. Но могу продемонстрировать, как в моем случае это выглядит. Я закрепил его здесь. И теперь вы можете любую струну вот так вот сделать.
Вот это показывает зеленый цвет, значит, что вы почти настроили. И прям подсказывает вам, что нужно делать. Почти. Вот, готово. Справится любой. Можете здесь переключать, какой вам нужен настроить лад, какой тип, и настраивайте под себя. Чтобы отключить, нужно нажать и удерживать. Подобных инструментов бывает разного вида. Укулеле бывает около 10 разных разновидностей, и в нашем случае гитароподобный вид. Есть еще ананасовой формы. Этот вид распространен в других странах, может быть, культура такая. В нашей же стране продаются они, но они гораздо дороже, поэтому, конечно же, выгоднее купить на сайте AliExpress. Теперь давайте посмотрим, что делают виртуозы на данном инструменте. Из YouTube я вам покажу ролики, все ссылки на данные ролики есть в описании под видео. Я вам благодарен еще раз за то, что вы посмотрели этот обзор. Ставьте лайк за наши труды. И до встречи во вторник, четверг и субботу. Всем спасибо за просмотр. Пока. Son, when I grow old, will you buy me a house of gold? And when my father turns to stone, will you take care of me?